Уважаемые друзья, уважаемый Николай Валерьевич, еще раз всех сердечно приветствую в Москве, в России. Признательны, что вы приняли активное участие в состоявшемся сегодня заседании Высшего Евразийского экономического совета. Вот, мы уже высказывались об этом. На мой взгляд, это все мероприятие прошло на том уровне, на который мы и рассчитывали. Достаточно откровенно друг с другом разговаривали по очень многим позициям. Мы благодарны также за то, что вы согласились с присутствием президента Азербайджана на этом мероприятии. Я думаю, что, во всяком случае, с точки зрения развития региональных экономических связей, это полезно, это создает дополнительную площадку и возможность для диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению. Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов. За январь-март текущего года прибавило еще 1,5 миллиарда. Но если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года. Что касается чувствительных вопросов, связанных с урегулированием вокруг Карабаха, мы сейчас с премьером Пашиняном Николаем Владимировичем тоже еще раз с глазу на глаз все это обсуждали. У нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные. Уверен, что если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это, вне всяких сомнений, пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану. И не только двум странам, но и на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства. И это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому, с точки зрения обеспечения безопасности всех людей, которые проживают на этой территории. Мы очень рады возможности сегодня встретиться не только с глазу на глаз, и в более широком составе. Уверен, что это будет полезно.